Привет всем! Всем привет! Меня зовут Даник. И сегодня мы открываем новый скейт-парк. Будем открывать, смотреть, что там есть внутри, что туда входит, да? И будем пробовать делать какие-то трюки. Да? Начинаем! И давай доставай эту красотищу. Класс! Боковины коробки оформлены как стены с граффити. С другой стороны коробки тут нарисовано, как можно менять расположение горок и лестницы, так что можно будет здесь разнообразить. О, разверни давай это сюда. Давай посмотрим, что тут есть. Такой вот зеленый велик идет в комплекте со скейтом. Сиденье. Вот сиденье. Подожди, нет сиденья? Я думаю, что может быть это тут. Посмотрим здесь. Вот прикол. Велик без сиденья. Сейчас будем искать. А он как настоящий. То есть крутишь педали вот здесь. И колесо, как у настоящего велосипеда, вращается заднее. В общем, круть. Цепь слетает, как у настоящего велосипеда, да? Что у нас здесь? Ну-ка, давай посмотрим. А здесь у нас дополнительные колеса для велосипеда. Болтики. Вот отвертка. Дополнительные колеса для скейта. И подставка. Подставка для велосипеда, Даник? Здесь еще есть какая-то деталь, она, наверное, для велика. А это второй скейт. Вот он такой класснецкий. Да, только слишком, только маленький какой-то такой. Этот скейт шел вместе со скейт-парком. У него внизу вот такой вот красивый рисунок. Мне кажется, очень-очень крутой скейт. Очень крутой. Еще с ним столько комплектов колес, Даник. У Даника есть еще вот такой скейт. Наверное, это разных фирм все-таки эти скейты, но оба классные. У двоих можно снимать колеса, менять. И здесь даже вот болты, как у настоящего скейта. Давай вытаскивать эту конструкцию. Что? А, вот как раз нам тут пригодится. Нет. Там еще скотч. В общем, вот такая вот стандартная конструкция. Я думаю, что для того, чтобы можно было какие-то трюки интересные поделать, тут, наверное, надо нам поменять, да? Ох ты.
мне нравятся эти штуки. Да, а здесь смотри, может проехать скейт? Я попробую с этим тут сделать. Едем. Давай попробуем что-то с велосипедом сделать. Давай. На трюке. Получится что-то, не получится. Ну-ка. И раз, и два, три. Едем. Я хочу. Смотри, как можно делать. Привет. Хорошо, возьми, да, сиденье от того велосипеда на ногу. Опача. Это же легче сделать. Поэтому управлять им легче, да? Хотя этим тоже управляешь, ты хорошо. Вот так я еще не помню на скейте. А ты думаешь, настоящим скейтом можно так делать? Ну, конечно. Да, мне кажется, не знаю. Нет, одной рукой. Идет маленькая отверточка. Вот. А гайка там в этой отверточке, она остается. Она остается, чтобы не потерялась. Ну все, теперь этот же скейт, теперь с желтыми колесами. Да. Ух ты! Или это не, это для скейта, наверное, да? Вот эта подставка. А это маленькая отверточка пластмассовая. Ну что, Даник, в следующий раз покупаем настоящий скейт? Да. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока! Пока!